Adventurous in Dead Итак, теперь вы сертифицированный дайвер. А чем именно вам было бы интересно заниматься во время погружений? Знакомиться с обитателями морских глубин или исследовать коралловые рифы? Заниматься подводной фотографией или находить затонувшие предметы? Или дайвинг для вас это вызов самому себе? Возможность сделать что-то новое и увлекательное, чего вы никогда ранее не делали? А может быть, вы еще не решили, что для вас наиболее увлекательно в дайвинге? Пока не решили. Программа PADI Adventures and Diving научит вас получать от дайвинга максимум удовольствия. Она раскроет перед вами новые горизонты, позволит попробовать новые для вас направления в дайвинге и, следовательно, расширит ваши возможности. Если вы думаете, что вас ожидают продолжительные лекции и семинары, вы ошибаетесь. В рамках этой программы вы будете постигать новое в дайвинге непосредственно в ходе погружений. Программа Adventures in Diving проводится в открытой воде, и все навыки отрабатываются в реальных условиях. Знакомиться с теоретическим материалом вы можете самостоятельно, в любое удобное для вас время. А обобщать его и уточнять непонятную информацию поможет инструктор на обязательных брифингах перед погружениями. Программа придает особое значение вашим интересам. Здесь нет одного единственного учебного плана. Он варьируется в зависимости от ваших предпочтений и вашего выбора. Вместе со своим инструктором вы можете подобрать один из десятков возможных вариантов прохождения программы, наиболее соответствующий местным условиям погружения и удачно вписывающийся в ваш личный график. В зависимости от ваших интересов, вы можете совершить только одно, либо два из понравившихся вам погружений. А можете получить сертификат PADI Adventure Diver или PADI Advanced Open Water Diver. Сертификат Adventure Diver выдается после того, как вы совершили любые три на ваш выбор погружения программы. Чтобы получить сертификат Advanced Open Water Diver, вам нужно будет совершить погружение с целью подводного ориентирования и глубокое погружение, а также три других погружения из серии Adventure Dives, которые вы подберете совместно с вашим инструктором. К программе Advanced Open Water Diver вы можете приступить сразу после курса Open Water Diver. А если у вас уже есть сертификат Adventure Diver, то при дальнейшем обучении с одобрением вашего инструктора... Вам могут засчитать погружение, которое вы совершили в рамках этого курса. Сертификат Advanced Open Water Diver ⁇ это уже совершенно новый уровень, который дает вам возможность пройти курс PADI Rescue Diver, в рамках которого вас научат как предупреждать чрезвычайные ситуации и как с ними справиться, если их не удалось избежать. Независимо от того, что вы решите, просто совершить несколько погружений из серии Adventure Dives. Получить сертификат Adventure Diver или пройти весь курс и получить сертификат Advanced Open Water Diver у вас есть богатый выбор погружений из серии Adventure Diver. Это и погружение в условиях высокогорья, погружение в судно, глубоководное погружение, погружение с буксировщиком, погружение в условиях течения, погружение в сухом костюме, ночное погружение и погружение к затонувшим объектам, корабли и тому подобное а также мастерское владение плавучестью, подводный натуралист, поиск и подъем затонувших объектов, подводная фотография и видеосъемка. Каждое погружение программы Adventures in Diving — это, по существу, первое погружение соответствующего спецкурса PADI. Таким образом, каждое погружение с одобрения вашего инструктора может быть зачтено вам при последующем прохождении спецкурса. И наоборот, если у вас уже есть сертификат по какому-либо спецкурсу, то первое погружение в рамках спецкурса с разрешения инструктора может быть зачтено при получении сертификата Adventure Diver или Advanced Open Water Diver. Благодаря такой тесной взаимосвязи курсов, вы можете, согласовав с инструктором расписания занятий, одновременно получить сертификат программы Adventures in Diving и один или несколько сертификатов по спецкурсам. Это хороший способ не только расширить свои возможности, но и получить массу удовольствия от дайвинга. Поскольку в программе Adventures in Diving основной акцент сделан на обучение в процессе погружения в открытой воде, осваивать теоретический материал необходимо будет самостоятельно. А все вопросы и сложности будут обсуждаться на брифингах с инструктором непосредственно перед погружениями. Но большую часть необходимой информации вы найдете в учебнике Adventures in Diving на одноименной кассете, а также в мультимедийной версии программ. Начните с введения, а затем Перед каждым погружением вам нужно будет прочитать соответствующий раздел. Учебник построен таким образом, что чтение каждого отдельного раздела не займет у вас много времени, если вы в последний момент решите присоединиться к погружению. Количество различных погружений в рамках программы Adventures in Diving непрерывно увеличивается. Поэтому в учебнике и его мультимедийной версии могут быть перечислены не все погружения из этой серии. Спросите у вашего инструктора в дайв-центре или на курорте, где вы отдыхаете, обо всех возможных погружениях и спецкурсах вы сможете освоить учебный материал по выбранному погружению за одно или два занятия с инструктором или же с помощью видеоматериала. В любом случае, инструктор попросит вас выполнить и сдать контрольную работу. Если с момента вашего последнего погружения прошло некоторое время и вы хотите освежить свои навыки, то в этом вам поможет увлекательная программа Scuba Review и мультимедийное пособие к этой программе Scuba Tune Up. Это пособие включает в себя обзор основных навыков, которыми должен владеть дайвер, и кадры из видеофильма «Пади Open Water Diver». При желании вы можете использовать печатную версию пособия Scuba Tune Up. Инструктор, помощник инструктора или дайвмастер помогут вам восстановить навыки погружения в ходе непродолжительного занятия в бассейне или в ограниченной акватории открытой воды. Не стесняйтесь, обратитесь к ним за помощью, даже если вы хотите всего лишь освежить навыки работы с планировщиком RDP. Также вы можете использовать и другие учебные материалы ПАДИ, которые помогут вам преуспеть в освоении данной программы. Например, в видеофильмах к спецкурсам ПАДИ содержится подробная информация об умениях и навыках, которыми вы овладеете во время погружений из серии Adventures Dives, и о дополнительных возможностях, которые вы сможете использовать только полностью освоив спецкурс. К таким погружениям относятся ночные погружения, глубоководные погружения, погружение на затонувшие объекты и погружение с целью подводного ориентирования. К каждому видеофильму прилагает соответствующий учебник. Таким образом, учебник, видео и программа Adventures in Diving представляют собой единый комплекс учебных материалов по выбранному спецкурсу. Благодаря тесной взаимосвязи между программой Adventures in Diving и спецкурсом, вы можете легко переходить от одного этапа обучения к другому исходя из ваших интересов и потребностей. При этом учитывается и ранее приобретенный опыт, и вам не надо повторять заново уже пройденный материал, если в этом нет крайней необходимости. Теперь давайте рассмотрим, какие погружения из серии Adventures and Diving вы можете выбрать. Ваш инструктор всегда подскажет вам, в какой последовательности их лучше совершить. Вы сможете выбрать, развивать ли навыки, необходимые для специфических видов погружений расширять свои возможности для погружения в свое удовольствие или же совершенствовать умения, связанные с любимым видом деятельности в практически любых условиях. Возможно, инструктор не сможет предложить вам какое-то из погружений из-за отсутствия необходимого технического обеспечения. Например, если в отдельно взятом месте все виды погружений можно совершать с берега, то в распоряжении инструктора может не быть катера. В этом случае вы не сможете выбрать погружение с судна. Многие дайв-центры не только предлагают погружение из серии Adventure Dives в местных условиях, но и включают их в программу поездок, что дает возможность широкого выбора как самих погружений, так и расписания. Но где бы вы ни находились, вы все равно сможете совершить большую часть погружений из серии Adventure Dives. Выбирайте, исходя из ваших интересов и потребностей. Вы можете погружаться практически везде, где найдете воду в том числе и в красивейших горных озерах. Низкое атмосферное давление в горах требует соблюдения специальных правил при планировании погружения. Погружаясь в водоем на высоте 300 метров над уровнем моря, вы должны выполнять определенные процедуры, которые не нужны во время погружения в океане. Учебное погружение в условиях высокогорья познакомит вас с этими особенностями и сделает доступными для вас такого рода погружения и в дальнейшем. Очевидно, что плавание на катере и дайвинг тесно взаимосвязаны друг с другом. Даже если вы много раз плавали на катере, но никогда с него не погружались, учебное погружение судна позволит вам одновременно получить и опыт, и удовольствие. Погружение судна из серии Adventure Dives познакомит вас с особенностями погружений как с маленьких моторных лодок, так и с больших судов. Это учебное погружение произведет на вас особое впечатление, если до сих пор вы погружались только с берега. Глядя с волнореза в воды океана или в завораживающие изумрудные глубины озера, многие дайверы скажут себе, интересно посмотреть, что там внизу. Глубокое погружение из серии Adventure Dives позволит вам упуститься глубже 18 метров. Такие погружения – своего рода вызов для дайвера-любителя. Вы почувствуете неподдельный трепет перед бездной. Но такое погружение принесет удовольствие только в том случае, если вы будете внимательно следовать всем правилам глубоководных погружений и воздержать от напрасных рисков. Ни одно средство передвижения не сравнится с подводным буксировщиком. Управляем под водой, вы почувствуете себя одновременно пилотом самолета или химмотоциклистом. Погружение с буксировщиком научит вас правильно использовать это транспортное средство, соблюдать технику безопасности, а также получать массу удовольствия от катания под водой. Это, несомненно, незабываемые впечатления. Как вы уже, наверное, знаете, бороться с течением во время погружения совсем не так забавно, как могло бы показаться на первый взгляд. Поэтому о местах с сильными и постоянными течениями, а также о некоторых реках, дайверы говорят, если не можешь победить противника, надо с ним объединиться. Погружение в условиях течений научит вас наслаждаться дайвингом, любоваться подводными пейзажами, не прилагая при этом никаких усилий. Во время этого погружения вы освоите особую технику плавания, которая позволит вам не потерять из виду вашего напарника и более того всплывать на поверхность именно в том месте, где вас готовы подобрать судно. Одни из лучших мест для дайвинга находятся там, где вода большую часть года холодная. Для того, чтобы комфортно погружаться в холодной воде, многие дайверы используют сухой гидрокостюм. Однако техника погружения в таком костюме несколько отлична от техники погружения в других костюмах, так как внутри сухого костюма находится воздух, обладающий меньшей теплопроводностью, чем вода и имеющие лучше теплоизолирующие свойства. Таким образом, погружение в сухом костюме из серии Adventure Dives позволит вам продлить сезон дайвинга, с комфортом погружаясь в холодных климатических условиях. Дайверы – самые значительные из послов подводного мира на суше. И неудивительно, что они активно привлекают внимание к проблеме его защиты и охраны. Совершив погружение определения рыб по методике EWARE, вы сделаете первый шаг на пути исследования морских глубин и привнесете ценный вклад в копилку мировой науки. Вы научитесь определять рыб, освоите процедуры их учета, а также узнаете о том, как можно принять участие в глобальной программе мониторинга рыб и подводных ресурсов. В курсе Open Water Diver вы уже научились с помощью таблиц рассчитывать предел времени на максимальной глубине погружения и до недавних пор не могли оставаться под водой дольше этого времени. Но сегодня вы можете продлить время погружений, совершая остановки на разных глубинах по пути к поверхности. Планировщик, будь то компьютер или колесо, позволяет рассчитывать многоуровневое погружение. Совершая такое погружение в рамках программы Adventure Dives, вы научитесь в полной мере использовать преимущества который дает подводный компьютер. Вы освоите принципы расчета многоуровневых погружений и узнаете 8 правил безопасных погружений с подводным компьютером. Вы также научитесь рассчитывать погружение при помощи планировщика колесо, если еще не умеете этот навык. Пригодится в случае поломки компьютера. Погружение после захода солнца звучит пугающе. На самом деле это интересное, захватывающее и незабываемое событие. Ночью ваш подводный фонарь открывает вам новый мир, населенный удивительными существами, которых вы могли не заметить днем. Для того, чтобы в полной мере насладиться темными глубинами, вам нужно будет освоить несколько новых приемов во время ночного погружения из серии Adventure Dives. Поверьте, оно станет для вас несомненно захватывающим событием дня. Самый простой способ отличить начинающего дайвера от более опытного ⁇ посмотреть на технику владения плавучестью. Контролировать ее могут оба, но дайвер, мастерски владеющий техникой, легко проплывает над рифами, регулируя плавучесть без каких-либо усилий. Погружение мастерское владение плавучестью поможет вам достичь такого уровня, что вы сможете в полной мере наслаждаться новыми впечатлениями, не затрачивая лишнего времени на управление плавучестью. Овладев этой техникой, вы не причините вреда хрупкому подводному миру. Будете с легкостью контролировать всплытие, а также сэкономите воздух, увеличив тем самым длительность погружений. Многие дайв-центры и инструкторы объединяют погружение в мастерское владение плавучестью со спецкурсом Project Aware, сохранение изучение и бережное отношение к подводным организмам. Такое сочетание спецкурсов ⁇ отличная возможность развить навыки и умения, и, безусловно, прекрасный выбор в качестве первого погружения в рамках программы Adventure Dive. Может случиться так, что вы сами или кто-то из ваших знакомых случайно что-то уронит в водоем. Погружение с целью поиска и подъема затонувших предметов позволит вам развивать навыки необходимый для поиска и подъема на поверхность маленьких и средних по размеру предметов. Найти и достать из воды потерянную вещь – ни с чем не сравнимое удовольствие. Основная цель погружения для большинства дайверов – знакомство с неповторимым подводным миром. Где бы ни проводилось погружение, подводный натуралист на горном озере, в реке или на коралловом рифе – главная задача участников – узнать как можно больше о флоре и фауне этого места. Вы научитесь взаимодействовать с подводными обитателями и видеть те различия между наземными и водными экосистемами, которые не видны с первого взгляда. Кроме того, вы усовершенствуете навыки наблюдения в процессе поиска и определения различных видов подводных организмов. Хотите сэкономить воздух, время и получить максимум от каждого погружения? Тогда вам просто необходимо совершить погружение под названием «подводное ориентирование». Научившись определять, где вы находитесь, откуда приплыли и куда направляетесь, вы сможете более эффективно использовать время погружения и избавитесь от лишнего беспокойства. Во время этого погружения вы научитесь прокладывать курс по естественным ориентирам, а также использовать компас, чтобы не сбиться с пути даже при плохой видимости и однообразном рельефе дна. А владение основами подводного ориентирования будет полезно любому дайверу. И это погружение не позволит вам свернуть с верного пути. Ваи творческие способности вы сможете полностью проявить во время погружения под названием подводная фотография, независимо от того, что вы предпочитаете сделать обычное фото на память или изучить все тонкости мастерства. В рамках этого погружения вы освоите основные принципы и технику успешной фотосъемки под водой. Подводная фотография позволяет поделиться впечатлениями от дайвинга с теми, кто еще к нему не приобщился, и захватить с собой сувенир из подводного мира, не нарушая при этом хрупкую экосистему. Есть два варианта изучения раздела подводной фотографии. Если вы не знакомы с подводной фотосъемкой, и вас главным образом интересуют моментальные снимки с хорошим результатом, вам подойдет ускоренная модель обучения. А если вы хотите более детально узнать об основах и принципах фотографии, то это учебное погружение предоставит и такую возможность. Выбор за вами. Если вы предпочитаете снимать на видео, то во время погружения, подводная видеосъемка, вы этому научитесь. Вы узнаете, как выбирать и использовать специальную видеоаппаратуру, ухаживать за ней, а также освоите базовую технику видеосъемки под водой. А если у вас нет видеокамеры, но вы хотите выбрать погружение с подводной видеосъемкой? Не волнуйтесь, многие дайв-центры и курорты Пади могут ее вам предоставить. Из всех возможных погружений наибольший интерес у дайверов обычно вызывает погружение на затонувшие объекты, и это неудивительно, так как любой такой объект скрывает некую тайну и позволяет найти ее разгадку. Они, как искусственные рифы, привлекают к себе изобилием разных форм жизни. Затонувшие объекты связывают нас с прошлым, позволяя прикоснуться к истории. Погружение на затонувшие объекты познакомит вас с основными техниками и планированием самих погружений. Этот вид погружений очень популярен, и его можно практиковать практически везде, поскольку в большинстве мест есть что-нибудь интересное на дне. Это могут быть не только затонувшие корабли, но и машины, самолеты, поезда и прочие творения рук человеческих. Поскольку число возможных погружений в серии Adventure Dives постоянно растет, то и диапазон выбора погружений увеличивается. Вы сможете участвовать в погружениях серии Adventure Dives даже после того, как получите сертификат Adventure Diver или Advanced Open Water Diver. Так что это только самое начало пути. Из всех погружений из серии Adventure Dives наиболее популярны три. Подводное ориентирование, ночное и глубокое погружение. В ходе этих погружений отрабатываются навыки, которые пригодятся дайверу в любой ситуации. Поэтому вы, возможно, выберете одно или два из этих погружений, а может быть три. Подводное ориентирование. Это основа для правильной навигации под водой и поиска дороги обратно. Ночное погружение даст вам возможность далее развивать навыки ориентирования и погружения в условиях ограниченной видимости, обусловленных темнотой. Глубокое погружение позволит вам увеличить ваш собственный предел глубины, совершив погружение более чем на 18 метров. Вы сможете почувствовать себя готовым и к более глубоким погружениям, которые станут для вас захватывающим событием. Давайте рассмотрим навыки, которые вам предстоит отработать во время погружения, и начнем со специального оборудования, которым вы будете пользоваться. С основами использования компаса вы уже знакомы из курса Open Water Diver. В ходе погружения с целью подводного ориентирования и ночного погружения вы расширите свои навыки. Ваш инструктор или консультант в магазине подскажут вам, как выбрать подходящий прибор. Подводный компас обычно наполнен жидкостью, что повышает его устойчивость к внешнему давлению и делает движение стрелки более плавными, что упрощает считывание показаний. Стрелка должна вращаться свободно, даже если компас установлен не строго горизонтально. С помощью поворотного лимба с отметкой ⁇ Север ⁇ и пронумерованной градусной шкалы, вы сможете устанавливать и фиксировать направление, в котором собираетесь плыть. Люминицирующее в темноте деление или подсветка позволяет вам пользоваться компасом при малой освещенности или ночью. А указатель курса поможет выравнивать компас и линию вашего тела с воображаемой линией, вдоль которой вы плывете. Существуют различные модели подводных компасов. Например, вы можете выбрать компас прямого или непрямого чтения. На компасе прямого чтения когда вы поворачиваете лимб, отметки градусов поворачиваются вместе с ним. На компасе непрямого чтения отметки градусов при повороте лимба неподвижны. В любом случае, установка одинаковых цифровых значений на одном и на другом компасе дает одинаковое направление. Панель для компаса поможет пользоваться прибором с большей точностью, а навигационный планшет позволит сориентироваться на местности – даже если до этого вы двигались по сложному курсу, неоднократно меняя направление. Помимо подводного ориентирования, вы будете использовать компас и во время ночных погружений наряду со всем остальным снаряжением для ночного дайвинга. Помимо компаса, для ночных погружений вам будет необходим полный набор приборов, включающий глубиномер и часы или компьютер. Для того, чтобы обозначить свое присутствие на поверхности воды в темноте, возьмите с собой свисток а планшет будет незаменимым подспорьем в общении с напарником. Спусковой конец, опущенный с лодки или буйка, облегчит спуск и подъем в ночное время суток. А поскольку ночью вероятность на что-нибудь случайно натолкнуться, гораздо выше, чем днем, необходимо помимо костюма надевать перчатки и боты, чтобы избежать случайных царапин и порезов. Во время ночных погружений лучше всего использовать знакомое и удобное снаряжение. Если вы приобрели новый регулятор – жилет, компенсатор или другой элемент снаряжения, сначала опробуйте его, совершив несколько погружений днем. Очевидно, что для ночных погружений необходим подводный фонарь. На самом деле их должно быть как минимум два, основной и запасной, так как даже самый лучший подводный фонарь может выйти из строя, что может усложнить поиск напарника, использование глубиномера и других приборов, а также контролируемый подъем. Один или несколько запасных фонарей минимизирует риск необходимости заканчивать погружение в кромешной тьме. Выбор моделей подводных фонарей очень широк. Обратите внимание на следующие шесть моментов. Первое: выбирайте фонарь с прочным, ударостойким корпусом. Второе: ищите фонарь с надежными выключателями с предохранителями, которые не позволяют фонарю включиться самопроизвольно, например, при перевозке и разрядить батареи. Третье. Постарайтесь найти фонарь с минимальным количеством крышек, герметизированных окольцами. Это упростит его обслуживание и уменьшит вероятность протечки. Четвертое. Убедитесь, что фонарь удобно держать в руке. Пятое. Фонарь должен иметь ремешок для крепления на запястье, что позволит избежать утери. И, наконец, шестое. Убедитесь, что в фонаре установлены новые батарейки или полностью заряженный аккумулятор. Некоторые дайверы предпочитают аккумуляторные фонари, которые при частом их использовании обходятся гораздо дешевле. Другие выбирают фонари на батарейках, так как начальная цена на них ниже, чем на первые. Помните? что некоторые подводные фонари, наиболее мощные, можно включать только под водой, иначе они перегреваются. Если такой фонарь включить на воздухе, он может выйти из строя. Всегда следуйте инструкции производителя. Помимо собственно подводного фонаря, при ночных погружениях удобно использовать химические источники света или световые маркеры. Ими можно обозначить местоположение буя, спускового конца, вас или вашего напарника под водой. Если вода прозрачная, подвесьте на спусковом конце проблесковый маячок, он поможет вам сориентироваться и найти обратную дорогу к месту погружения или лодки. Не забывайте после каждого погружения промывать подводные фонари пресной водой, а также регулярно протирать и смазывать О-кольца. Если фонарь протек, как можно быстрее откройте его и вылейте воду. Извлеките непригодные батарейки, снимите О-кольца и промойте фонарь изнутри и снаружи пресной водой. Затем дайте ему просохнуть. Прежде чем снова погружаться с этим фонарем, Отдайте его на техническое обслуживание в магазин или на предприятие изготовителя. Поскольку вода поглощает цвета и рассеивает свет, подводный фонарь вам может пригодиться и для глубокого погружения. К снаряжению для этого погружения предъявляются особые требования, как и в большинстве других специализированных погружений. Личное снаряжение, которое вы обычно используете, возможно, прекрасно подходит для глубоких погружений, но необходимо убедиться, что оно в хорошем состоянии. Чем глубже вы погружаетесь, тем плотнее становится воздух, которым вы дышите. Поэтому убедитесь, что ваш регулятор в хорошем состоянии, должным образом отрегулирован и прошел профессиональное техобслуживание не больше года назад. Подводный манометр, так же как и регулятор, должен быть отлажен и тщательно проверен. Как вы помните из курса Open Water Diver, чем глубже вы погружаетесь, тем быстрее расходуете воздух. Поэтому для глубоких погружений выбирайте баллоны большей емкости, чем те, которые вы используете на небольших глубинах. Даже имея большой запас воздуха, вы должны внимательно следить за показаниями вашего манометра. Убедитесь, что ваш жилет, компенсатор и инфлятор низкого давления находятся в хорошем рабочем состоянии. Как и при любых других погружениях, рекомендуемое место для альтернативного источника воздуха ⁇ треугольник, образованный подбородком и нижним краем грудной клетки. На поверхности вода может быть теплой, но гидрокостюм надо выбирать исходя из температуры воды на глубине. Совершая глубоководные погружения, вы можете пройти термоклин, резкий переход из теплой воды в холодную, и оказаться в значительно более холодной воде, где вам было бы комфортнее в более теплом костюме. В некоторых случаях, в качестве дополнительного источника воздуха, вы можете захватить с собой на глубину запасной баллончик с воздухом для глубоких погружений. И, разумеется, вам понадобится полный комплект приборов, или подводный компьютер. Совершая глубокое погружение с компьютером, не превышайте бездекомпрессионный предел, и для проверки вы считываете свой профиль еще и по планировщику. И вы, и ваш напарник должны иметь собственный компьютер, и заканчивать погружение необходимо по более консервативным показаниям одного из двух, если они различны. При неполадках в вашем компьютере следуйте инструкции изготовителя. Если там на этот счет ничего не сказано, Всплывайте с обычной скоростью 18 метров в минуту или со скоростью, которую указывает компьютер, если она еще меньше. Если вы считаете, что близки к бездекомпрессионному пределу, сделайте остановку безопасности на глубине 5 метров и ждите насколько позволит запас воздуха. Посмотрите в инструкции изготовителя, когда можно погружаться опять. Возможно, вам придется ждать 12 часов или больше. Помимо личного снаряжения для глубоких погружений, потребуется еще и специальное снаряжение, которое позволит сделать глубокие погружения менее сложными. Например, использование спускового конца помогает контролировать ситуацию при спусках и подъемах. В качестве спускового конца можно использовать якорный или причальный конец или утяжеленный грузами линь. Запасной баллон с регулятором Подвешенный на глубине 5 метров обеспечит вас воздухом для плановой или аварийной декомпрессии, если вы или ваш напарник случайно превысите бездекомпрессионный предел. Поскольку к концу погружения вы приобретете небольшую положительную плавучесть, достичь нейтральной плавучести с почти пустым баллоном вам поможет добавочный груз, подвешенный на глубине остановки безопасности. Если вы погружаетесь не с лодки, то сооруженная плавучая станция поддержки послужит вам опорой для крепления спусковых концов аварийных баллонов и дополнительных грузов. Аварийные баллоны с кислородом и средства оказания первой помощи полезно иметь при любых погружениях, но для глубоких погружений и погружений в отдаленных местах их наличие особенно важно. Из курса Open Water Diver вы уже знакомы с тем, что кислород используется при оказании первой помощи при наличии признаков декомпрессионной болезни. Теперь рассмотрим технику ориентирования, которую вы будете использовать во время погружений из серии Adventure Dives. Умение ориентироваться позволяет свести к минимуму стресс во время погружений, избавляет от необходимости долго плыть по поверхности, повышает эффективность планирования погружений, а также позволяет вам и вашему напарнику держаться вместе и уменьшает расход воздуха. Полученные вами навыки ориентирования помогут вам не только под водой, но и в пеших походах. Так как подводное ориентирование играет важную роль в большинстве погружений, вы можете выбрать погружение с целью подводного ориентирования одним из первых серий Adventure Dice. Для того, чтобы успешно ориентироваться под водой, необходимо знать две вещи относительно точки погружения и предполагаемого места всплытия. В каком направлении вы двигаетесь и какое расстояние вы уже проплыли. Оценить расстояние можно несколькими способами. Например, по числу взмахов ластами, по истекшему времени, по давлению воздуха в баллонах или с помощью мерного конца или ленты. Небольшое расстояние можно отмерять руками. Одним из самых удобных способов измерения расстояния по числу взмахов ластами. Каждый цикл взмахов соответствует расстоянию, которое вы проплываете за тот промежуток времени, в течение которого каждая из ваших ног делает один взмах. Плывите в нормальном темпе и считайте количество взмахов одной ноги. От начала взмаха до возвращения ноги в исходное положение. Во время занятия... Инструктор попросит вас посчитать, сколько взмахов ластами вы сделали, чтобы проплыть отмеренную дистанцию. Таким образом, вы узнаете, какое расстояние вы проплываете после каждого взмаха ласт. Оценивать расстояние можно, исходя из того, сколько времени вы плыли. При этом старайтесь плыть в одном темпе. Главный недостаток оценки расстояния по времени, затраченному на его преодоление, вы легко можете сбиться при задержках и остановках. Как и в предыдущем случае, инструктор попросит вас засечь время, которое уйдет на преодоление определенного расстояния, так вы сможете узнать какое расстояние вы проплываете в минуту удобный способ измерения расстояния особенно когда необходимо проплыть по замкнутой траектории такое как квадрат или треугольник показания давления в баллонах для точных подсчетов важно чтобы дыхание было размеренным и глубина погружения не должна меняться слишком сильно измерение расстояния по размаху рук с помощью мерного конца или ленты требует больше времени но и обеспечивает наиболее точный результат Яркие очертания и детали окружающей местности помогут вам ориентироваться под водой. Такой способ называется определение направления по естественным ориентирам. Начинать применять его нужно еще до погружения, отметив для себя направление волн, прилива, отлива и течений. Сверьте положение Солнца и направление теней. Запомните расположение крупных объектов и их очертания. Если есть возможность, сверьте с показаниями охолота и картами чтобы получить представление о рельефе дна. Все это поможет вам лучше ориентироваться в пространстве и не заблудиться под водой. Для предотвращения головокружения и дезориентации погружайтесь, повернувшись лицом в том направлении, куда собираетесь плыть, ногами вниз или, по крайней мере, так, чтобы голова располагалась выше ног. Погружаясь ночью, используйте ту же технику и не забывайте сразу включать фонари. Если возможно, следуйте вдоль спускового конца, чтобы контролировать скорость спуска и предотвратить головокружение. Эта техника подойдет и для глубокого погружения. Она позволит не потерять ориентацию в пространстве во время долгого спуска. Спусковой конец поможет замедлить или остановить погружение в случае необходимости. Под водой используйте естественные ориентиры, чтобы не сбиться с курса. Обратите внимание на тени и угол падения солнечных лучей. Почувствуйте, в каком направлении толкает вас течение. Все эти признаки позволяют верно определить направление. Следите за рельефом дна и обращайте внимание на его характерные черты. Ориентирами могут служить кораллы, отдельно стоящие скалы и растительные сообщества рифов, заметно различающиеся на разных участках. Например, в океане коралловые гряды, чередующиеся с полосками песка, всегда расположены перпендикулярно берегу, а в морях и озерах песчаные волны на дне параллельны ему. Подводные животные и растения часто встречаются только в определенных местах. Знание таких особенностей также поможет вам ориентироваться. Например, морские перья растут перпендикулярно направлению господствующих течений и всегда повернуты в одну сторону. Прислушивайтесь к звукам. По их интенсивности вы можете понять, что находитесь недалеко от знакомого места. Если естественных ориентиров недостаточно, воспользуйтесь компасом. Чтобы ориентироваться по компасу, надо уметь правильно его держать. Вы уже знаете из курса Open Water Diver, что компас, по возможности, нужно держать горизонтально, а указатель курса должен совпадать с продольной осью вашего тела. Смотрите вперед, поверх компаса, чтобы видеть, куда вы плывете, и следите за тем, чтобы стрелка совпадала с отметкой север на лимбе. Чтобы взять азимут, установите указатель курса в том направлении, куда вы хотите плыть. Затем поверните лимб таким образом, чтобы отметка север совпала с кончиком магнитной стрелки. Плывите вдоль указателя курса и следите за тем, чтобы магнитная стрелка оставалась на той же отметке. Чтобы вернуться обратно, надо установить обратный азимут. Для этого поверните лимп на 180 градусов, а затем разворачивайтесь до тех пор, пока стрелка компаса снова не окажется на отметке север. Теперь она указывает то направление, откуда вы приплыли. Правильное использование компаса и умение ориентироваться поможет вам двигаться по таким траекториям, как квадрат, прямоугольник или треугольник. Двигаясь по периметру квадрата или прямоугольника, проплывите вдоль одной из его сторон заданное расстояние. Затем поверните лимб на 90 градусов и плывите вдоль другой стороны. Поверните лимб в том же направлении еще на 90 градусов, а затем еще раз, пока не достигнете исходной точки. Техника движения по траектории треугольника отличается только в одном. Поворачивайте лимб на 120 градусов и не три, а два раза. Маршруты в виде квадрата и треугольника используются чаще всего. Но треугольники охватывают меньшую площадь. Вот несколько советов, которые помогут вам пользоваться компасом с большей эффективностью. Доверяйте своему компасу, даже если вам кажется, что он показывает неправильно. Используйте естественные ориентиры наряду с показаниями компаса и тренируйтесь ориентироваться по компасу на суше. Учитывайте влияние течения и волн и будьте готовы к тому, что на вашем пути возможны препятствия, которые вам придется обогнуть. При ориентировании под водой удобно разделить обязанности между напарниками. Пусть один из вас следит за показаниями компаса, а второй за глубиной. Если вы планируете плыть на большое расстояние, держитесь немного правее или левее цели. Таким образом, если вы промахнетесь, то будете знать, в каком направлении искать. Как уже упоминалось ранее, Навыки ориентирования пригодятся вам и во время ночного погружения. Несмотря на недостаточно хорошую видимость, ночное ориентирование немногим отличается от дневного, в основном наличием фонаря. Поскольку ночные погружения, как правило, совершают в знакомых местах, вам, скорее всего, придется искать заранее намеченный участок погружения. Если вы погружаетесь с бота, это легко, поскольку судно обычно бросает якорь непосредственно в точке погружения. Большинство дайверов предпочитают проводить ночные погружения с корабля или лодки, так как это облегчает вход и выход из воды и обеспечивает комфортную транспортировку к месту погружения и обратно. Кроме того, на судне удобно надевать и снимать снаряжение, настраивать и проверять оборудование, а после погружения всегда есть возможность согреться. Но если вы совершаете ночное погружение с берега, то вам придется плыть до места погружения по поверхности. Чтобы не сбиться с пути, ориентируйтесь по компасу. Включите фонарь и осмотрите дно. Отметьте в качестве ориентира какие-нибудь объекты на поверхности. Обратите особое внимание на силу прибоя и убедитесь, что поблизости нет лодок, которые могут представлять для вас опасность. Свет, который исходит от зданий, пришвартованных лодок и других неподвижных объектов, может быть хорошим ориентиром. Добравшись до места погружения, еще раз взгляните на ориентиры, по которым вы его нашли. Это поможет вернуться в исходное место в конце погружения. Отметьте вокруг яркие огни, запомните их расположение по отношению друг к другу и к месту вашего погружения. Под водой пользуйтесь естественными ориентирами и компасом, так же, как вы делали это днем. Но отплывать от начальной точки на расстояние дневных погружений не стоит. Значительно проще проплыть небольшой отрезок от знакомой точки в одном направлении, вернуться, а потом плыть в другую сторону. После того, как вы поднялись на поверхность, плывите в сторону берега, включив фонарь. Как и в начале погружения, это позволит вам видеть плавающие предметы, которые могут представлять для вас опасность. Найти обратный путь будет значительно проще, если вы оставите на берегу яркий проблесковый маячок. Но прежде убедитесь, что ваши фонари не внесут путаницы в местную навигацию. Если по дороге к берегу вам придется проплыть через узкий пролив, например, между кораллами, перед погружением установите на суше два фонаря, на одной линии с точкой выхода из воды. Плывите вдоль берега, пока фонари не выстроятся в одну линию, и лишь затем поворачивайте к берегу. Теперь рассмотрим важные моменты в планировании ночных погружений. Ночное погружение позволяет по-новому взглянуть на уже знакомое место понаблюдать за ночными обитателями и насладиться яркими цветами подводного мира. Для того, чтобы свести к минимуму стрессовые ситуации и сделать ночное ориентирование более простым, лучше всего совершать ночное погружение в хорошо знакомом месте. Постарайтесь прибыть к месту погружения до наступления темноты, чтобы собрать снаряжение и оценить ситуацию. Избегайте ночных погружений при сильном прибое, течениях, плохой видимости и сильном волнении на море. А также не заплывайте в замкнутые пространства. Не забудьте поужинать перед ночным погружением, чтобы у вас хватило на него сил. Это особенно важно, если вы погружались целый день. Вы будете чувствовать себя намного спокойнее и увереннее, если возьмете с собой знакомого напарника. Постарайтесь также взять с собой человека, который останется на берегу или на борту судна. Он будет следить за фонарями и поможет при входе и выходе из воды. Непосредственно перед погружением тщательно проверьте снаряжение, свое и напарника, и убедитесь, что основной и запасной фонари работают. Затем осмотрите место входа, освещая его фонарем. Погружайтесь в воду с включенным фонарем, чтобы вы могли легко его найти, если вдруг случайно выроните. Спускаться вдоль спускового конца удобно и безопасно, Погружайтесь медленно и постоянно следите за показаниями приборов. Достигнув дна, держитесь рядом с напарником, поддерживайте нейтральную плавучесть и старайтесь не навредить хрупким морским организмам. Прежде чем дотронуться до чего-либо, осветите это место фонарем. Не светите в глаза напарнику. Подавая сигналы руками, освещайте их фонарем, стараясь при этом не слепить товарища. То, что вы видите под водой, Сильно зависит от того, как вы держите фонарь. При этом не забывайте о чувстве вежливости по отношению к вашему напарнику. Прикрепив фонарь на маску, капюшон гидрокостюма или шлем, вы освободите руки, но повернув голову в сторону напарника, можете случайно ослепить его. Вы можете использовать фонарь для подачи сигналов напарнику. Этот сигнал обозначает Окей. А движение фонарем вперед-назад означает экстренная ситуация нужна помощь или «Внимание». Так сигнал «Ок» подается на поверхности. В конце погружения вернитесь к спусковому концу. Подниматься вдоль него будет легче. Всплывать со скоростью не более 18 метров в минуту или согласно указаниям вашего компьютера. Сделайте остановку безопасности, а затем поднимайтесь к поверхности воды. Направляя свет фонаря вверх, чтобы исключить возможность столкновения при подъеме в темноте. Если вам пришлось подниматься в стороне от спускового конца, контролируйте скорость всплытия с помощью глубиномера или компьютера. Во время остановки безопасности внимательно осмотритесь по сторонам и прислушайтесь, чтобы во время всплытия не натолкнуться на лодку. Совершая глубокое погружение под руководством инструктора, вы применяете уже знакомую вам в реальных условиях технику дайвинга. В любительском дайвинге глубоким погружением считается любое погружение на глубину более 18 метров, но не глубже 40 метров. Хотя в качестве максимально определяется глубина 40 метров, вы, возможно, вскоре придете к выводу, что оптимальный предел – это 30 метров. На этой глубине вы можете находиться дольше, здесь выше освещенность и слабее воздействие азотного наркоза, а следовательно, ниже риск заболеть декомпрессионной болезнью. Поэтому в рамках глубокого погружения вы под руководством инструктора погрузитесь на глубину от 18 до 30 метров. Вам необходимо будет установить свой личный предел глубины, исходя из собственного опыта, опыта напарника, условий, в которых совершается погружение и предыдущих погружений. Нужно учитывать прежде всего поверхностный интервал и расстояние до места, где вам в случае непредвиденной ситуации смогут оказать экстренную помощь. В зависимости от всех этих факторов, ваш предел глубины может оказаться даже меньше 30 метров. Как вы уже знаете, во время глубоких погружений спуск и подъем удобнее всего осуществлять вдоль спускового конца, берегового склона или рифовой стены. Это помогает контролировать скорость, так что вы можете вовремя продуваться при спуске и не превышать скорость 18 метров в минуту при подъеме. Вы можете совершить остановку безопасности на глубине 5 метров. Следите за глубиной и по мере необходимости регулируйте плавучесть. Во время остановки осмотритесь по сторонам и прислушайтесь во избежание столкновения с лодкой при всплытии. Когда вы достигнете дна, держитесь рядом с напарником, лучше всего на расстоянии вытянутой руки. При плохой видимости используйте короткий конец, чтобы не потерять друг друга как вы сделали бы в аналогичных условиях на меньшей глубине. Приближаясь к дну, установите нейтральную плавучесть. Постарайтесь не поднять ластами ил и тем самым не замутить воду. Будьте аккуратны, не причините вреда хрупким водным организмам. Если вам необходимо коснуться дна, делайте это в стороне от спускового конца и в таком месте, где нет живых организмов. Под водой постарайтесь расслабиться и дышать медленно и глубоко. Чем глубже вы опускаетесь, тем больше воздуха потребляете. Поэтому двигайтесь плавно, не перенапрягайтесь. Это позволит вам дышать медленно и глубоко и избежать проблем, которые возникают, если вы дышите слишком интенсивно. Ваш регулятор имеет ограниченную пропускную способность. Кроме того, глубокое дыхание помогает экономить воздух. Во время глубоких погружений воздух расходуется гораздо быстрее. Поэтому проверяйте показания манометра чаще, чем обычно. Планируйте погружение так, чтобы вам хватило воздуха не только вернуться к точке всплытия, но и сделать остановку безопасности. Используйте таблицу подсчета расхода воздуха, которая приведена в учебнике Adventures in Diving в печатной и мультимедийной версии. Вы можете совершить глубокое погружение вдоль стены, вертикального обрыва, уходящего глубоко в воду. Спускаясь вдоль стены, внимательно следите за показаниями компьютера или глубиномера, иначе есть риск оказаться глубже, чем вы планировали. Лучше всего держаться метра на три выше запланированной максимальной глубины. Таким образом, у вас будет запас на тот случай, если вы случайно опуститесь чуть глубже. Держитесь ближе к стене. Это поможет сохранять ориентацию в пространстве. Но помните – что подобные стены часто заселены огромным количеством живых организмов, поэтому не приближайтесь к стене вплотную и старайтесь не задевать ее. Делать остановку безопасности желательно в конце каждого погружения, но во время глубоких погружений делать ее настоятельно рекомендуется. В соответствии с планировщиком любительских погружений, во время некоторых погружений остановка безопасности обязательна. Делайте остановку безопасности на глубине 5 метров, стараясь, чтобы этот уровень глубины проходил по середине вашей груди. Во время этой остановки сверьтесь с планом погружения, чтобы убедиться, что вы случайно не превысили бездекомпрессионный предел. Если это все-таки произошло, просто увеличьте остановку безопасности в соответствии с требованиями расчета аварийной декомпрессионной остановки. Помните, что поэтапная декомпрессия, применяемая в коммерческом и техническом дайвинге, значительно сложнее и потенциально опаснее. Поэтапная декомпрессия выходит за рамки этого курса. Сделать остановку безопасности при наличии спускового конца значительно проще. Но, как уже упоминалось ранее, ее можно совершить и в толще воды, внимательно отслеживая данные по глубине и контролируя плавучесть. Если вы соблюдаете все правила погружения и всегда делаете остановки безопасности, то ситуация, при которой вы забудете совершить необходимую декомпрессионную остановку, просто не возникнет. В случае, если это все-таки произошло, больше не погружайтесь. Предупредите об этом своих товарищей и внимательно следите за своим состоянием. При первых же появлениях симптомов декомпрессионной болезни подышите стопроцентным кислородом и немедленно обратитесь за медицинской помощью. Тщательное планирование погружений, выполнение всех необходимых процедур и соблюдение принятых пределов оградят вас от серьезных проблем. Тем не менее, лучше знать о некоторых возможных сложностях и о том, что делать, если они возникнут. Первое ночное или глубокое погружение может стать причиной небольшого стресса из-за большого количества новых впечатлений. Это абсолютно нормальное явление, это не станет для вас проблемой, если вы умеете справляться со стрессом. Владение навыками подводного ориентирования значительно уменьшит волнение. Зная, где вы находитесь и в какой стороне берег или лодка, вы будете чувствовать себя более уверенно и спокойно. Многое из того, чему вы научились в ходе предыдущих погружений и серии Adventure Dives, позволит предотвратить стресс, устранив причину его появления. Например, ночное погружение лучше всего совершать в знакомом месте и в привычном снаряжении. Это уменьшит дискомфорт, так как вам не придется в темноте привыкать к новому снаряжению или осваиваться в незнакомых местах. Присутствие во время погружения инструктора, которому вы доверяете, позволит вам чувствовать себя спокойнее. Вы будете знать, что рядом с вами профессионал, который поможет избежать проблем и научит справляться с ними, если их не удалось предотвратить. Реагировать на проблемы инстинктивно и слепо не только неразумно, но и опасно. Остановитесь, восстановите дыхание, обдумайте проблему а потом действуйте. Многие проблемы решаются очень просто, если вы должным образом экипированы. Например, если во время ночного погружения погас фонарь, просто включите запасной и направляйтесь к берегу или судну. Если вы оперативно и правильно реагируете на маленькую проблему, она не превратится в большую. Предположим, что запасной фонарь тоже не работает. В таком случае возьмите запасной фонарь у напарника и завершите погружение. Если вы потеряли напарника в ходе ночного погружения, оглянитесь вокруг и поищите луч от его фонаря. Если света не видно, прикройте свой фонарь и еще раз посмотрите вокруг. Если и это не помогло вам его обнаружить, продолжайте поиск напарника под водой не дольше одной минуты, а затем всплывайте на поверхность и ждите его там. Если условия не позволяют всплыть на поверхность в том месте, где вы находитесь, например, из-за сильного течения, заранее договоритесь с напарником о другом месте встречи. Если вы потеряли направление и не можете понять, где находитесь, сверьтесь с компасом и поищите вокруг знакомые ориентиры. Если их нет, осторожно всплывайте на поверхность и определите свое местонахождение. Если вы потеряли ориентацию во время спуска или подъема, возьмите за спусковой конец. Обычно это помогает восстановить ориентацию. Если вы далеко от спускового конца возьмите напарника за руку, или, если не помогает и это, обхватите руками себя. Проверьте показания глубиномера. Если ощущение потери ориентации не проходит, лучше всего всплыть в безопасном режиме и завершить погружение. Как вы уже знаете из курса Open Water Diver, во время глубоких погружений возникает азотный наркоз. Большинство дайверов начинают испытывать азотный наркоз на глубине между 24 и 30 метрами. Сам по себе азотный наркоз не опасен, но под его воздействием Дайвер может неверно среагировать на ситуацию или пренебречь требованиям безопасности. Симптомы азотного наркоза включают в себя рассеянные мышления, замедленную реакцию, ложное чувство безопасности, пренебрежение правилами безопасности, эйфорию, тревогу или сонливость. Постарайтесь определить несоответствующее поведение, неспособность сфокусировать внимание, пренебрежениями правилами безопасности или оцепенения. Перенапряжение и усталость, отсутствие опыта глубоких погружений, употребление алкоголя и наркотиков, вызывающих вялость, тревожность, все эти факторы усиливают вероятность возникновения и интенсивность азотного наркоза. Если у вас или у вашего напарника лицо симптомы азотного наркоза, всплывите чуть ближе к поверхности и дождитесь их исчезновения или полностью завершите погружение. В большинстве случаев сильного наркоза можно избежать, если не погружаться глубже 30 метров. Из курса Open Water Diver вы узнали, что задержка дыхания во время всплытия может привести к баротравме легких, а превышение пределов погружения, указанных в таблице, может вызвать декомпрессионную болезнь. Оба эти состояния относятся к заболеваниям, вызванным перепадом давления. Подобные заболевания можно предотвратить, не задерживайте дыхание, не превышайте бездекомпрессионных пределов, всплывайте со скоростью не более 18 метров в минуту и всегда совершайте остановку безопасности. Тем не менее, небольшой шанс получить заболевание, вызванное перепадом давления, всегда остается, даже если вы все делаете правильно. Поэтому полезно будет ознакомиться с симптомами таких заболеваний и приемами оказания первой помощи. В любительском дайвинге главная причина возникновения этих заболеваний – типичные ошибки, совершенные дайверами при погружении. Чтобы свести к минимуму риск заболеваний, вызванных перепадом давления, необходимо правильно пользоваться таблицей RDP или подводным компьютером и соблюдать указанные там пределы. Помните, всплывать надо со скоростью 18 метров в минуту или еще медленнее, если того требует компьютер. Внимательно следите за запасом воздуха. Известны случаи, когда дайверы всплывали с задержкой дыхания из-за того, что у них закончился воздух, и как следствие получали баротравму легких. Как сертифицированный дайвер, вы знаете, что во время погружения с аквалангом задерживать дыхание нельзя. Нужно быть абсолютно уверенным в том, что в баллоне достаточно воздуха, иначе в экстренной ситуации вы можете забыть все, чему вас учили существует 10 факторов предрасположенности к заболеваниям, вызванным перепадом давления. Чем сильнее они у вас выражены, тем осторожнее вам следует погружаться. Возраст является одним из этих факторов, так как с возрастом сердечно-сосудистая система медленнее выводит из организма азот. Жировые отложения способны удерживать больше азота, чем другие ткани. Поэтому у людей с большим процентным содержанием жира в организме может оставаться больше азота. Большая физическая нагрузка усиливает сердцебиение и кровообращение, воздействует на темпы абсорбции и выведения азота. Травмы и болезни также влияют на способность организма справляться с избыточным азотом. Обезвоживание организма сокращает общее количество крови, снижая его способность выводить избыточный азот. Алкоголь способствует обезвоживанию, а также влияет на характер кровообращения. Погружение в холодной воде может вызвать нарушение кровообращения. Так же, как и горячий душ или ванная, принятая сразу после погружения, может изменить характер кровообращения. Неправильное дыхание и его задержка препятствуют выведению азота из организма и увеличивают риск баротравмы легких. Наконец, авиаперелет после обычного погружения или погружения в условиях высокогорья потребует от вас выполнения специальных правил, которые базируются на определении высоты над уровнем моря того места, где вы совершаете погружение. Всегда соблюдайте текущие требования для полетов после погружений и следуйте специальным правилам, если погружаетесь на высоте более 300 метров над уровнем моря. И, разумеется, здоровье и хорошая физическая форма дайвера снижают риск возникновения у него декомпрессионной болезни. Поскольку пузырьки азота могут образовываться в разных частях тела, симптомы и признаки заболеваний, вызванных перепадом давления, могут существенно различаться. К симптомам относятся необычная усталость и слабость, зуд кожных покровов, боль в руках или ногах, в том числе в суставах или верхней части тела. Также могут появиться слабость и головокружение, а не менее отдельных участков тела, судороги, отдышка в отдельных случаях, паралич. Иногда вы можете наблюдать такие признаки, как кожная сыпь пятнами, склонность держаться за руку или за ногу, потеря равновесия или приступы кашля. Более серьезными признаками являются резкий упадок сил и потеря сознания. Есть два основных этапа оказания помощи при подозрении на заболевания, вызванные перепадом давления, будь то баротравма легких или декомпрессионная болезнь. Во-первых, дайте пострадавшему подышать стопроцентным кислородом, который может вывести из организма избыточный азот. Во-вторых, вызывайте скорую помощь, чтобы доставить пострадавшего в лечебное учреждение. Обычные такие заболевания лечат, помещая пациента в декомпрессионную камеру, Поэтому очень важно доставить пострадавшего в соответствующее медицинское учреждение. Хотя заболевания, вызванные перепадом давления, обычно лечат, помещая пациента под давление в барокамеру. Не пытайтесь улучшить состояние дайвера, отправив его обратно под воду. Время лечения может составить несколько часов. Может потребоваться лекарственная терапия. И все это вряд ли будет доступно на борту судна или на месте погружения. Помните, что недостаточное или неправильное лечение хуже, чем его отсутствие. Теперь вы готовы отправиться навстречу впечатлений, испытать себя и приобрести новые навыки в рамках подводного ориентирования, глубокого и ночного погружения, или любого другого погружения серии Adventure Dives. По окончании программы Adventures and Diving вы получаете сертификат Adventure Diver или Advanced Open Water Diver. Это признание ваших достижений и подтверждение того, что вы перешли на новый уровень в дайвинге. Вы можете этим гордиться. Эти сертификаты не просто подтверждают ваш статус, они открывают для вас новые возможности в дайвинге, позволяют принять участие в поездках, специально разработанных для дайверов, достигших этого уровня. Получив сертификат Advanced Open Water Diver, вы можете записаться на курс Paddy Rescue Diver, который является важным шагом на пути вашего совершенствования в дайвинге. В рамках курса Rescue Diver вы еще больше расширите свои возможности, научитесь предупреждать чрезвычайные ситуации во время погружения, справляться с ними, а также освоите навыки оказания первой помощи. Предмет изучения очень серьезный, но приступив к занятиям, вы поймете, что это не только полезно, но и весело и интересно. Итак, отправляйтесь на встречу приключений! Испытайте себя и насладитесь впечатлениями, которые дарит вам программа PADI Adventures and Diving. Пользуйтесь новыми возможностями, которые она открывает перед вами. Вы многому научитесь, испытаете незабываемые ощущения. И кто знает, может быть, захотите вступить в ряды профессионалов PADI и поделиться своим опытом с другими. В таком случае, доброго пути!